Всем кусь, ребят, с вами Риоми, и добро пожаловать обратно в Hollow Knight. И сегодня у нас будет такая небольшая, но фановая, весьма, возможно, непростая серийка, в общем-то, ребят. Я решил записать видосик по моду Inferno Kingrim. Он у меня слева сверху отображается там. На самом деле у меня немного через жопу все пошло по установке модов. Я надеюсь, что я установил то, потому что не уверен, там в этом скарабе, в этом мод-менеджере там не указывают, там нет картинок, в общем-то. Я хотел еще скин поставить, увидел видос Fireborn'а на 2 с лишним часа с демонстрацией различных скинов. Там был скин какой-то на короля Грима, типа Грим Найт назывался как-то так. Но я его не нашел, его не было в этой скарабе. Короче говоря, не знаю я, что к чему, но надеюсь, что все получится. Билдом мы пойдем, ну, с гвоздем стандартным, я думаю. Посмотрим, вообще-то. Этот босс вроде как должен быть совсем непростым. Почему именно он? Просто потому, что я обожаю Грима. Мне очень нравится этот босс эстетикой своей. Как и персонаж, в принципе, тоже один из моих самых любимых, в принципе. Поэтому я решил его, собственно, пройти. Не думаю, что должно быть трудно, хотя кто его знает, потому что... Что-то там вроде как он достаточно тоже такой суровенький. Но явно значительно сложнее, чем обычный босс. Я надеюсь, что он будет... Это за счет него, да, так показывается? А, и здесь, смотрите, здесь можно... А, это, наверное, он включен уже, да? Да, Inferno Kingrim. Бог кошмаров. Ну, что, поехали? Посмотрим, что получится. Я еще поставил себе, по-моему, этот самый Hell's Bar. Не знаю, работать будет или нет. Чтоб визуально вам просто это было как-то более-менее понятно, сколько там хп остается и так далее. По-моему, не поставилось ни хрена. По-моему, то же самое. А, нет, поставилось. О, вижу. Тихо. Что-то поставило. О, пошло хп. Тихо-тихо, он 5 подряд делает. Погоди, а у него что-то вообще изменилось? Нет, вот только я вот эти шипы вижу, что он 2 раза подряд как-то по-разному делает. Странно. Тихо. Понятно. 2 сердца сохранилось по урону. Вообще, что-то мне казалось, что он должен быть синим. Может быть, все-таки это какая-то не та версия мода, я, честно говоря, не уверен. Потому что там вроде как я натыкался на какой-то абсолют инферно Кингрим. Я хотел его пройти. А он был синеньким. А этот просто написано было инферно, но там не было другого варианта, честно говоря. Я вот насчет этого как-то не уверен сейчас. Так, по-моему, я сейчас умру, нет? Нет, живем пока что. Не то. В целом, пока ничего такого прям страшного на самом деле, типа, вообще. Кусечка, я бы сказал. На первый взгляд. Хоть я тут и огребаю, но... Чего-то прям принципиально опасного я особо не вижу. Вроде таки более-менее классические атаки. Практически без каких-то изменений. Вот это раз, что с небольшим изменением, но, типа, я сразу понял, что с ней делать, и... Проблем вроде бы нет. Что-то странно как-то, погодите-ка. Оказывается, ребят, нахрен, что в этом моде, собственно, я вроде как все правильно установил. У него есть хард-режим, который можно включить в настройках на главном экране. Для этого нужен еще один мод, который я случайно нашел при помощи вбив меню здесь. Меню Changer. Вот при помощи него можно настраивать моды, можно включить более сложный режим босса, который, я так понимаю, ищу. И теперь вот здесь у нас, ребят, появляется такая вот кнопочка, такое окошко, в котором можно... Waiver Core какой-то, не знаю, что такое. И вот есть типа Hard Mode, Enable Custom Health. О, кастомизированное здоровечко, окей. А, нет, стоп, это можно менять хп. Нет, давайте хп не будем менять. Color Effects Quality Performance можно поставить. И так далее, здесь всякое, в общем-то, есть. God Mode какой-то есть, Increased God Mode Health. Ух ты, блин, это хп повышает ему. В 1.75 раз, ух ты, жопа. А Performance Mode это что? Понятия не имею, честно говоря. Есть какой-то Blue Mode, Performance Mode тоже. Вот, а теперь уже это то, что мне, я так понимаю, нужно, да? Он теперь 3 раза делает их, собственно, хорошо. Сначала мне бы поразобраться с атаками. 2, 3. Слушайте, а быстро, нифига себе, он прям едва ли успеваешь убегать. Летучих мышей запускает совершенно по другой траектории. Ух, нихрена, это что вообще было? Это я вообще что-то не понял. Тихо. Ух, не... он еще телепортируется с этой атакой, вот это подстава. Так, ну вот эта атака по-прежнему остается очень кошерной для нанесения урона, кстати. Здесь, в принципе, тоже можно сделать пару ударов ему. Это что-то вообще непонятное. Тихо, он не совсем правильно его ворачивает в атаке, ну ладно. А, и, кстати говоря, хп у меня нет. Ух ты, блин, появился. Хп у меня нету у него, не показывает снизу. И вот, смотрите-ка, я поставил сейчас синий режим, Blue Mode. Вроде бы я такой видосик просто видел, как раз таки именно с таким. Мне очень понравилось, как он выглядел, просто эстетично. Вроде, возможно, это оно, то, что у меня... Да. У меня, кстати, раз скину перс изменился, по-моему, даже. Странно, что хп-бар не работает, конечно.
Ну ладно. Так, это с телепортом, да-да-да, я это понял, но... Пока не совсем врубаюсь, как от этого уклоняться. Что с этим делать, тоже пока не ясно. Только разве что далеко куда-то убегать. Блин, ну нифига, он, конечно, такой непривычный. Синенький. Ай-яй. Тоже сейчас я постепенно буду привыкать ко всем атакам, само собой. Ох ты, блин. Так, от этого, значит, делать рывок в сторону нельзя. Либо надо далеко убегать, либо... Либо нисходящей тьмой можно долбануть, не знаю. Поначалу, само собой, тебе надо изучить атаки, так или иначе. Я его не буду проходить, ребят, на каком-то вознесшемся режиме и так далее. Мне хватит настроенного, чисто я хочу посмотреть на босса, а не тратить его до идеального какого-то убийства и так далее. Так, это летучие мышки, да? С летучими мышами, в принципе, все понятно. И после них еще и два халявных удара есть. В принципе, так можно уходить. Ух, единственное, что не так-то просто через них проскочить на самом деле. Бывает, надо прям аккуратненько. Ушли. Не так я немножечко хотел, но вроде нормально. Даже три раза можно прописать ему тычку, то есть летучие мыши прям вообще кошер. Прям вообще лафа. Вот это опаснее на самом деле, чем кажется. Вроде бы и хочется в этот момент атаковать, а с другой стороны что-то как-то... Да господи, какая же подлая вот эта атака, а? Как же он меня на ней ловит жестко. Вот это такая непростая тоже. Вроде бы я от нее уклоняюсь более-менее, но на самом деле не так просто. Как-то напрягает она. Что это? А, шарики. Я вот как раз-таки видел в шорте, по-моему. Вот что-то, что-то вот эта атака. Но, в принципе, я понимаю, как у них принцип, что он запускает их в тебя. Тебе надо убежать, забайтить их наверх. Выглядит особо несложно, хотя что-то как-то пока не все получается. Забайтить их, чтобы появилось у меня окно снизу. Получается. И... Черт, не успел. Забайтить их вот... То есть убежать в одну сторону, подпрыгнуть наверх, чтобы забайтить их наверх лететь, и за счет этого окна, ворвавшегося снизу, тебе надо бежать в другую сторону, и там сделать то же самое. Только пока что как-то там шальные тычки в меня все-таки долетают. Ну ладно, это была, собственно, одна из первых попыток. Мы, по крайней мере, первую фазу снесли, у нее там 3 или 4, что-то такое. А, и хп-бар исчез, стоп, погодите-ка, он же был до этого. Точно, он же был. Отдельным модом у меня установился, типа, я установил, точнее, оп. Ты говнюк. В принципе, пока что выглядит так, что я просто его атакую на нескольких конкретных атаках. На вот этой, например, в том числе. Ух ты, блин. Так себя атакую. На этом мы просто пережидаем. Вот так можно пару ударов ему сделать. Ну, летучки мышки самая халявная, конечно. Оп. Я очень не любил эту атаку обычного грима, я помню. Блин, тут с шипами, он, кстати говоря, он же их в разные стороны так туда-сюда кает. У тебя то сверху много места для уворота, то его становится очень мало. А эту атаку я еще на первой фазе, на обычном гриме, на кошмарном не любил, по-моему, потому что я не понимал никогда, куда мне нахрен отходить. Потом я в процессе понял, но сейчас я это уже не помню, соответственно. Он, конечно, да, он заметно серьезнее, чем обычный кошмар грима, чем, ну, в смысле, усиленный обычный. Потому что усиленного обычного сейчас даже особо не помню, как с ним сражаться, я бы его легко вынес бы с первой попытки. Так, может быть, надо влево и вправо стрелять, не только в одну сторону влево уходить, потому что там как раз-таки уменьшается расстояние постепенно, получается. Нормально. Ух ты, блин. Не постепенно, а просто он чередуется так туда-сюда. Ушли более-менее. Хорошо. Так, скоро будет вторая фаза, я чувствую, сейчас будет, наверное, да? Да, пошла. Может, надо рывком к стере уходить так вот, потому что я быстрее, потому что у меня сверху, он меня здесь настигает просто очень жестко. Оп, 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 нормально. Сейчас получу. Нет, не получил. А он долго так стрелять будет еще, кстати? Ну, в принципе, более-менее безобидно выглядел на самом деле. Не так страшно, как может показаться. Вот это, блин, подставил он меня сейчас. Подловил, точнее. Он как будто бы... Нет, показался, наверное. Потому что он быстрее стал. Летучих мышей больше не стало, кстати. Опа. А-а-а, вот в чем дело. Я, кстати, забыл про то, что мы лечиться ведь можем, да. У него, судя по всему, за счет того, что больше хп, у него хелсбар, типа, идет не 100%, а гораздо больше. И вот я только сейчас ему снес... Все, я понял, почему мод с полоской хп некорректно работает. У него просто здоровье больше, чем максимальное, и
отнимается она только после первого получения урона, когда у нее отнимается обычное здоровье, собственно. А тут она у нас как бы лишним добавлена сверху. Как живокровь условно, да? Вот как-то так. Ну ладно, хрен с ним. На самом деле я не знаю, просто... Как бы это увеличение ХП в 1,75 раз звучит совершенно не нужно мне. Но с другой стороны, оно было по умолчанию там установлено. Поэтому, ну, пускай будет, наверное, не знаю, может так задумано. Не, просто чисто поэтому я не хочу его отключать. Раз оно там было. Ну, допустим. 4 удара, да. Если рядом встаешь с ним прямо, можно и больше прописать. Тихо-тихо-тихо. Здесь просто ждем по таймингу, вот так вот уворачиваемся и получаем по лицу от этой атаки, от которой я все еще никак не могу найти место для уклонения подходящее. Надо просто разочек это понять на самом деле, и дальше будет уже без проблем. Хорошо, так, ульта пошла. Если что, не забываем про нисходящие пики, которые я могу спокойно использовать тоже. Нормально. Так, переждали. Оп. Хорошо. Ну так идеально уворачиваться. Нет! Ты, блин, не среагировал. Поздно, точнее, среагировал. Держи. Так, 3 раза полечиться сейчас, побыстрее попытаться. Успел, успел, нормально. О, он теперь... А до этого не было такого, по-моему. Это что такое? Он теперь 2 удара делает, я от первого чудом уклонился. Ох ты, блин, а у него опаснее атаки становятся. 3 прыжка. Ё-моё. Он на опережение начинает лупить. Вот это он мне сюрпризов напихал на второй фазе сейчас. Нормально так, я понял. Хорошо, я рад на самом деле, потому что, ну, что-то как на первой фазе, ну, не сложно ничего такое особо. Заметно сложнее обычного, но нормально все. На второй уже посерьезнее, да. А, засранец. Держи просто. Так, сейчас еле успел. Ух ты, блин, я что-то как-то тормознул. Я подумал, что он летучих мышей будет призывать. Потом понял, что что-то не то, по-моему. И, в общем-то, обосрался слегка. А, может быть, рядом с ним можно атаки уклоняться? Потому что он там, типа, бьет в сторону. Он бьет сверху и в сторону, собственно. А рядом с собой, по-моему... Там более-менее как будто безопасно. Если он, конечно, не заденет своим взрывом этим. Не уверен. Вот так, хорошо. Если на идеальном месте на расстоянии находишься, и безопасно, и 3 удара прописал еще к тому же. Так, байтим. И здесь делаем рывки, собственно, как можно быстрее, чтобы проскочить через это окно небольшое. Блин, единственное, самое опасное, это когда шарик какой-то находится... Шарик какой-то вот здесь вот далеко в сторону улетает, и ты не можешь подпрыгнуть спокойно. Вот это проблемы доставляет большие. Ах ты жесть. Я тебя понял. Ну, скажем так, эта фаза все-таки раза в 3 опаснее, чем межфаза обычного Гримена, который вообще там, ну блин, получить урон надо умудриться еще относительно. Здесь все-таки она гораздо такая, гораздо хаотичнее, более хаотичная, заставляет тебя больше подстраиваться под текущую ситуацию. Тебе все-таки эти шары, ты хоть и можешь их более-менее байтить в одну определенную сторону, но у них разлет такой есть, что... Создают ситуации такие, знаете, в которых тебе надо на ходу реагировать и что-то другое менять немножечко, иначе как-то двигаться. И таких ситуаций много. Блин, а я сейчас понял, он же ведь не сразу начинает делать те усиленные атаки, он только сейчас их начнет делать. Правильно? Да, он их не сразу делает, он только он сейчас начинает, после того, как его... Ух ты, блин, это что такое еще нахрен? Второй удар. Первого как-то совсем коряво увернулся я. Так, уходим от него. Все равно достал, не получилось подпрыгнуть в конце. Вот это что-то мега подлое вообще, по-моему. Это что еще такое? Стой, погоди! Что-то я сейчас не ожидал. Я такой думаю, он ушел в центр, что это вообще? У него, по-моему, не было никакой атаки подобной на обычной версии, мне кажется. Я думал, что у него улучшены только его атаки чисто, а походу нет. Походу что-то новенькое добавлено. По-моему, вот эта атака проще все-таки обычными прыжками, потому что если я делаю доп. Прыжок, я улетаю далеко в воздухе, там гораздо труднее уклониться. Проще вот так чередовать. А от этой атаки стоит около него держаться. Короче, ты от него уворачиваешь, делаешь рывок, потом подходишь к нему обратно. Вот тогда, в принципе, комфортно успеваешь. С этим я пока так и не понял. Потому что можно и не среагировать, и, в принципе, мне как-то не очень нравится мой додж.
Еще я, кстати, не знаю, почему я до этого не бил его во время этой атаки, потому что здесь можно спокойно ему как минимум два удара точно прописать. Если, по крайней мере, более-менее среагирует, не запаниковать. А можно даже как даже три получилось сейчас, причем весьма спокойно. Достаточно быстро вынес первую фазу и без урона первую фазу уже, но... Тут сейчас межфаза меня еще пропишет, да, я пока ее стабильно без урона не могу проходить, честно говоря. Полноценно от нее дожить, потому что... Она требует не конкретно каких-то действий, она требует каждый раз немножечко других, немножечко разных, немножечко подстраиваться. О, он реально шипами теперь прям требует реагировать на себя очень жестко. А, слушайте, от этой штуки можно двигаться просто в бок. О, пошла уже, пошла жара. Может, вот так можно чисто? Вроде получилось. Получилось, на самом деле, нормально. Ох, вот это, блин. На опережение это прям... На это надо значить, что двигаться в одну сторону, потом в другую. То есть чередовать их туда-сюда. Тут уже гораздо меньше возможности атаки идет. С шипами, по-моему, даже безобиднее они стали. Здесь достаточно двигаться от него и, в принципе, и подпрыгивать. Но если я его сейчас ударил, из-за этого я немножечко оттолкнулся назад, замедлился и не получилось от следующей атаки вернуться таким образом. Мне пришлось сделать рывок, и я уже не успел подпрыгнуть. В целом все понятно, но на этой атаке, по-моему, не стоит пытаться прописывать свои удары какие-то. Можно пике использовать, в принципе, но... Обычный удар под большим вопросом. Только на первой фазе, разве что, да? Посмотрите, как хороша. Прошел сейчас без урона и первую фазу, и межфазу уже даже нормально так. Сейчас здесь где-нибудь обосрусь обязательно. Но, по-моему, эта атака с шипами, она реально на первой фазе, вот на сейчас, по крайней мере, тоже, когда уже как бы 1,5 фазы, не знаю, как сказать, она, по-моему, опаснее, чем то, что шло дальше. Там главное среагировать, а тут именно попасть тяжело еще. Забыл отхиляться, но должен успеть нормально. Ух ты, блин, он же два делает, он же себе без обманки, собственно. Успею, ни хрена. Так, просто движемся. Да, отлично. После третьей можно пытаться его ударить. Так, вот здесь, честно говоря, я бить его больше особо не хочу. Что-то мне не понравилось совершенно это добро. Так, пошла вот эта штука. Тут главное вот на второй раз, когда он себя почти догоняет, как раз-таки у тебя теневок рывок откдешивается, и я получаю по лицу. Не проморгать этот момент, в общем-то. Вообще хорошо. О, снова пошел это делать. Погоди-ка, у него уже фаза еще не закончилась. Или походу... У него типа как будто бы, знаете что, как будто бы снизу у меня на шкале... А, или стоп, или... А их сейчас нам как-то по-другому отображается, по-моему. Или я что-то... Не заметил, не знаю, в прошлый раз. Не уверен, честно говоря. Тебя в баню. Вроде атаки те же у него. Сейчас плохо было. Ах ты, падла. Ладно, ожидал что-нибудь другое. Как будто бы у него есть эта ульта, а есть... Скажем так, когда он оглушается, вот тогда у него новые атаки появляются. Возможно, что так, точнее, улучшаются. Когда он уходит летучих мышей и дает себе возможность восстановиться. Хотя вроде как это именно оглушение босса, если не ошибаюсь, где ты можешь... Типа не обязательно, но предвещает вторую фазу. Хотя это у кого как. Честно говоря, у Грима как я не помню. По-моему, мне казалось, что у Грима всегда именно что вот эта ульта предвещает следующую фазу. Значит, у него просто следующая фаза начиналась не сразу же все-таки. И да, он не за вторую ульту, собственно, когда у него вот этот кусок полоски ХП заканчивается тоже, ну, который первый отображаемый. Вот с этой, на этой атаке можно его пробить, если ты будешь находиться четко под ним прямо. Но чаще всего я нахожусь ни хрена не под ним. Окей, ушел. Вот это одна из самых опасных, потому что если я рядом с ним нахожусь, я не всем понимаю, как от него уклоняться. Я делал один рывок от первой атаки, а от второй у меня рывок не успевает откидашиваться, по ощущениям. Типа пике уклоняться не вариант, потому что мана не бесконечная, явно так не задумано. А как задумано пока, ну как уклоняться без магии, то есть я пока не знаю, не всем родился. Тут он тебя постепенно так подзажимает. Ну вроде нормально. Так, пошла снова эта атака. Весьма противно, на самом деле, каждый раз она очень так напрягает вот этот именно самый этот момент. Так и кажется, что сейчас вот по лицу получишь. Сейчас убьет меня. Засранец. Но я почти ему оставил. Это считается, я, получается, снес ему процентов 60 хп, потому что у него осталось меньше, чуть больше половины от текущего, но у него там еще такая полоска была, которая не отображалась в самом начале. В целом нормально. Он такой, я бы сказал, на первое впечатление, типа, сложнее ощутимо, чем любой из боссов оригинальной игры, само собой, да?
Но пока что выглядит проще, чем это самое, как его, чем ZMR, честно скажу, чем, ну, усиленная ZMR, в смысле. Потому что она была просто дико быстрая. Этот, ну, такой тоже резвенький весьма, да, относительно многих других боссов, но до нее, скажем так, в этом плане далеко, хотя атаки у него не самые простые тоже. И более чем пока адекватно, честно ощущается, я так скажу. Блин, у меня мозги плавятся от атаки, я не могу что-то как-то. В один момент я обязательно на ней начинаю тупить. Слушайте, а у него плотность шариков не увеличивается, а? Что-то казалось, что предыдущий переход фазы как будто бы был не такой плотный. Может, меня, конечно, глючит, не знаю. А еще на вот этой атаке, оказывается, ребят, можно делать на один дэш больше. Можно два обычных, а потом теневой, собственно, в одну сторону. Успевает оно более чем все. Окей, ушел. Снова эта фигня. И так гораздо спокойнее. Тебе не так жестко в тайминг надо попасть по теневой атаке, собственно. В таком случае. Так, и еще мышки. Пока, в принципе, идет относительно неплохо. На этой атаке в конце один раз только успеваешь ударить, гарантированно. Больше не получается пока. Окей. Снова эта фигня. Видите, как-то, ну, подальше уже захожу, да, немножечко. Вот эта фигня. А, слушайте, от второй можно упрыгать, а потом успеть приземлиться на землю. В принципе, интересный вариант доджа. Мне нравится, что на него полечиться можно тебе, собственно, да? Три раза вот так вот после оглушения такого. Весьма приятно. Зараза. Это что еще такое? Это он летучих мышей заменил на это? Погодите, как? Когда его бить-то, а? Я убил его снова после летучих мышей. Что это? Он меняет место свое теперь. Ух ты, блин. И эту атаку поменял. Они быстрее становятся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, нет, нормально вроде как. Не так плотно. Это, в принципе, как я думал изначально. Три раза. Ага, все, на этом. Только три раза делает. Окей, посмотрели немножечко теперь уже дальше. Это радует. В любом случае, делаем выводы из ошибок, анализируем бой, и успех неизбежен. Еще, смотрите, я сейчас специально жду, когда босс начнет делать атаку летучими мышами, потому что я уверен, что после нее он уйдет в следующую фазу, примерно по хп я понимаю. А если ты понимаешь, когда он уйдет в следующую фазу, ты можешь вовремя начать лечиться, и тогда ты успеешь полечиться даже перед его ультой. Ну, смотрите, сейчас сделаю как раз таки раз, два, три, четыре, лечусь. Оп, успел. Потому что просто у тебя есть внутреннее ощущение, ты понимаешь, сколько у него примерно осталось хп, даже не считая количество атак. Собственно, ну, с ZMR у меня было то же самое, когда я там типа говорю, такой, о, следующая атака, она уйдет в следующую фазу, смотрите, чекайте. Она взяла, реально ушла. Я даже не обосрался. И вот сейчас аналогично. Тоже такие небольшие моменты боя. Потому что другие моменты я сейчас не нашел, где еще могу похиляться, то есть везде достаточно... Если даже ты задоржишь сразу же, начнешь лечиться, не успеваешь как-то. А вот тут можно, в принципе. Это как на ZMR, например, тоже казалось бы такой босс дико быстрый. А я находил моменты, где можно полечиться тоже. Даже причем на ее ульт-фазе, второй. Когда она чит, собственно, кидает, там можно тоже спокойно лечиться, потому что та атака сильнее не стала. Он, судя по всему, ребят, на следующей фазе, во время этой атаки, он телепортировался просто для того, чтобы я не мог его побить, то есть находясь под ним на халяву. Я, в принципе, до этого его особо не бил. Но в целом он вроде как делал абсолютно то же самое. То есть тоже на опережение просто тебя лупил, так чередовал 5 в 5 разрывов огня делал, создавал таких, на этом все. Я в целом на той атаке так не особо хотел его бить. С другой стороны, кстати, знаете, что еще он может сделать? Он ведь может своим хитбоксом тебя ударить спокойно. Он же может тебе телепортироваться, ты можешь на него не налететь, это стоит учитывать тоже. В итоге эта атака на самом деле оказалась одной из самых простых, когда я понял, что я могу реально успевать делать два рывка именно. Потому что с одним было реально страшно, тебе в последний момент надо было с него использовать, чтобы уклониться, а с двумя вообще без проблем. Ну, смотрите, как хорошо. Мне даже лечиться не надо, лол. Можно вот побить в этот момент. Ой, стой. А, кстати говоря, к нему можно подойти и лупить его, по-моему. Он бьет немножечко. Ни хрена себе плотность. Они реально меняются, ребят. Эта атака реально меняется. У него становится... Как будто бы есть ряд шаров, которые вылетают с большей скоростью. Такое ощущение. Жесть. Чувствую, на эту фазу надо будет сохранять хп. Она реально становится опаснее. Там еще одна такая будет по-любому. Так, это остается то же самое, вроде как он делает все еще.
Так, сейчас телепортируется еще, да. А, блин, точно, я уже забыл, что он здесь меняет атаку ведь. На самом деле ритм, понимаешь, более-менее не так сложно становится. Блин, с этим чуть... Окей, ладно. Чтоб тебе это самое-то, а? Хотя она не такая плотная, на самом деле, не так страшно это выглядит, как могло показаться изначально. Ох ты, блин, не среагировал просто. Не успел. Так, это... Ага. Просто ритм ловишь и постепенно ускоряешься. Вот здесь появляется всегда окно. Можно подпрыгнуть и... Стой! Блин, я что-то думал, что... Почему-то я решил, что он в центр сейчас уйдет. Хотел полечиться, отпустил клавишу, потому что понял, что он в центр не ушел, и в итоге сдох. Из-за этого. Ну ладно, уже было, в принципе, близко, на самом деле. Впервые от этой атаки отхватил, но просто находился максимально неудачно сейчас. Я забываю, честно говоря, магией еще пользоваться. Потому что она бы в некоторых моментах могла бы меня сейвить конкретно так. Ох, сейчас будет. Я, по-моему, сейчас помру все время, такое ощущение, что-то как-то. Вот именно на этой межфазе я, по-моему, не пройду сейчас. Что-то как-то сразу я ритм сбил себя, хотя сейчас вроде восстановил его, но... Что-то мне тут кажется немножечко, что... Да. В принципе, на самом деле, на бойце, на котором ты более-менее понимаешь все атаки, особо не нужно так сильно нисходящие пике. То есть как-то в основном рассчитываешь задоржить без него. Если где-то не получается, то... Не потому, что ты не знаешь так, а потому, что у тебя, ну, просто не получилось сделать то, что ты хотел, например. И ты не рассчитываешь, само собой, получить урон. На Зимер мне приходилось юзать пике, потому что я не знал, что еще делать, кроме как с ним нахрен спасаться от ее бешеной атаки горизонтальной ссылы кучи ударов, соответственно. Ну, в принципе, оно даже не то, чтобы сильно требуется, поэтому я его особо-то и не юзаю. Хотя, казалось бы, оно могло бы конкретно так помочь. Да, вроде не надо. Вообще, кстати говоря, можно полечиться тогда, когда ты к нему подошел, когда он бьет летучими ушами, либо вот этими шарами. Но вместо того, чтобы его бить, начать лечиться, потому что пока он закончит эту атаку, пока он там, не знаю, подготовится к следующей, какое-то время, в принципе, пройдет. Достаточно много там дается. Не знаю, получилось бы или нет, но вот есть такое предположение. И вот эта атака пока что самый основной камень преткновения, потому что есть огромное, вот я говорил, что неоднократно такое в видосах упоминал, что есть одноразовая сложность для меня в играх, и чаще всего как раз-таки сложно для широкой аудитории достигается именно таким способом. То есть это когда ты приходишь к боссу, ты не знаешь его атак, он тебя больно бьет, естественно, ты помираешь, тебе кажется, что это сложно, потому что ты с первой попытки это пройти не можешь, далеко не с первого принципа проходишь, да? Это как раз-таки разного рода соусы и так далее, и так далее, и так далее. Это одноразово, потому что ты просто умираешь, потому что ты не знаешь. Тебе надо сначала понять, как ты будешь там, как выполняться, все такое, то есть привыкнуть к этому, и потом тебе эта проблема не будет доставлять. Поэтому, собственно, одноразовое сложность, потому что повторно тебе эта проблема уже не создает. И вот у боссов как раз-таки, скажем так, чтобы сделать одноразовую такую сложность тяжелой прям реально, это либо надо сделать большую дистанцию, либо какие-то совсем долбанутые атаки, от которых ты физически не получается у тебя уклониться ни в какую, да? Где недостаточно запомнить просто паттерн того, как уклониться в принципе, да? А именно, что какой-то пиксель-перфект идет или что в таком духе. Либо это сделать как раз-таки адаптивные такие атаки, я не знаю, как это корректно назвать на самом деле. Я с головы термин, скажем так, выдумал. То есть те, к которым тебе надо адаптироваться каждый раз по-разному. Они не систематичные. Это, например, когда у тебя босс накладывает одну атаку на другую. Это, например, Тубал из Rock Legacy 2, потому что он срет на экране. У тебя вроде как додж простой весь, но он каждый раз разный. У тебя просто целая куча всего, и тебе надо все это учитывать. И не потеряться. И вот как раз таки создается такая ситуация. И вот здесь с этой атакой, которая межфаза, аналогично, потому что эти шарики летят каждый раз по-разному, тебе надо их читать наперед. Тебе недостаточно узнать, как типа, что вот основной принцип и все. Нет, тебе надо будет каждый раз немножечко по-разному уклоняться и на ходу это, собственно, воспринимать. Потому что тут я, например, я вижу его атаку, да, и я могу, условно говоря, закрытыми глазами от нее уклониться. Понимаю четко уже тайминги и так далее. Конечно, не всегда у тебя там идеально все получается, потому что есть человеческий фактор, само собой, и робот тоже. Ошибки допускаешь так или иначе. Но вот здесь тоже, хоть закрытыми глазами, условно говоря, делаешь и все. А вот там тебе недостаточно привыкнуть к ней. И это как раз-таки значительно, скажем так, другой совершенно разряд атак, который значительно сложнее, значительно опаснее. Но сделать такие честными весьма непросто, потому что надо, чтобы это...
не просто засирание всего экрана, знаете, так, что ты не можешь этого уклониться физически. Вот как-то так. Надеюсь, что меня, по крайней мере, поняли. Вот такая важная мысль, которой мне хотелось очень поделиться вот, впечатлением в процессе. И вот на самом деле, вот что я говорю про одноразовую сложность, да? Мне как раз-таки такой вариант и нравится, то есть... Просто для меня такое, скажем так, оно практически никогда не является тяжелым. Потому что, чтобы оно было тяжелым, это надо сделать что-то нереально просто адское. Либо очень-очень долго, либо что-то в таком духе. Но я не люблю слишком какой-то перебор по сложности. Мне вот краски нравится так, как это сделано вот здесь, и в этом моде. Мне, в принципе, тоже так нормально вполне. Поиграешь, поумираешь, поделаешь выводы, и все получится. Да, блин, просто не среагировал немножечко. Опять мне... Три тычки я отхватил на этой межфазе, которая вот третья, которая ульта, которая просто разносит. Причем я даже пытался в спике уклоняться, но в спике все-таки есть большая трудность в том, что ты сначала делаешь прыжок наверх, а потом уже только вниз, собственно, делаешь взрыв. Соответственно, если от выстрелов идет целая куча наверху, то от них уже уклониться не можешь. Ты можешь уклониться только от каких-то горизонтального какого-то спама, например. Ой, заболтался немножечко. Поэтому тут вот... Юзая пике, ты зачастую отхватываешь именно в этом движении наверх. Ну, это, собственно, зачастую такое, со мной юмбосом такое бывает. Но здесь это особенно чувствуется, конечно. Можно, конечно, попытаться вообще там спамить всю ману, практически тратить именно в тот момент, но даже не знаю. Вот про что я говорю, про адаптивную атаку, да? Вы видели, как сейчас пришлось мне подвинуться? Так, как обычно, не приходится. Ну, поэтому эта атака такая жесткая. От нее нет четкой панацеи. От нее есть примерно, знаете, ориентир, что тебе надо делать, и на этом все. Смотрите-ка, хотя бы от второй получилось без урона увернуться. Это тоже уже неплохо, кстати. Обычно все-таки чаще я на ней тоже отхватываю разочек. Да все равно, вот два удара нахрен. Сейчас еще третий будет не... Да, естественно, будет третий. Вот все, хп улетает куда нахрен. Пока что все остальное без проблем проходится, но вот да... Ах ты, блин, вот тупо получилось. Есть шансы, в принципе, просто вынести его, получив реально три удара на этой фазе, на этой межфазе. Остальное пройти там более-менее гладко, и конец будет тоже гладко. Вроде там ничего такого сверхъестественного не меняется, но на ней реально теряешь три тычки стабильно. Я пока что получаю. При этом я вполне понимаю, как его без урона проходить, то есть не выглядит для меня как-то безумно совершенно. Более чем представляю. Разве что от атаки немного приноровиться получше. И более чем возможно. Ну, я знаю, что так по-любому проходили. Но я даже для себя это более-менее представляю. Хочется заниматься этим не буду. Типа, знаете, из разряда «могу, но не хочу». Ну, честно, я вообще, я понимаю свои силы. Я понимаю, что я бы в теории мог бы. Но... На такое не напасешься мотивацией, чтобы мне реально было не впадло этим заниматься, скажем так. А почему он сейчас в одну и ту же сторону дважды телепортировался летучими мышами прям вплотную? Так должно быть или просто потому, что он типа у меня почти в центре стоял, он там что-то как-то тормознуло, заклинило мозги, не знаю. Но вам так быть не должно. И да, ребят, полечиться на летучих мышах можно. Вот в этот момент. Вполне можно, что я и говорил. То есть даже момент для хила на нем тоже можно найти. И затянув безобидную более-менее для тебя фазу, ты можешь выхиливаться перед чем-то более страшным. Конечно, знаете, звучит так безобидную фазу на таком боссе немного комично, но понимаете, о чем я. Черт, не протиснулся между шариками. Тут он запускает то ли 3, то ли 4 шарика в начале, потом один с небольшой задержкой, а потом появляется более большое окно. Вот я вот в первую задержку попытался попасть, уже не первый раз, на самом деле, мне так. Иногда получается, иногда не особо. Можно вообще попытаться снизу проскочить, но я боюсь, что тогда, если я снизу проскочу, у меня будет места внизу достаточно мало, потому что он вторую волну выстрелов он запустит тоже понизу начнет ее кидать, а не сверху. А за счет того, что я ее запускаю сверху, забываю его запускать наверх, у меня появляется место внизу сделать дэш, потом к нему подойти. Нет! От самой тупой атаки я просто далеко находился. Надо было пике использовать, но я уже не успел сообразить.
Вообще хотел похиляться во время того, как он огненными шарами запускал, но потом решил, что типа, ну, в следующий раз запустит, тогда похиляю. В следующий раз не наступил, потому что один хил мне сразу бы, ну, на одну тычку больше я бы продержался. Это было бы приятно, такая подстраховочка. Не получилось. Вот я вроде управление сейчас получше чувствую, чем когда вернулся в ФК, да? Но тем не менее, какие-то чуть более сложные движения мне уже, ну так, типа, корявенькие они у меня получаются. То есть, например, наверх плюс атака во время битвы вот так вот с движением в сторону еще горизонтально, то есть двигаться и наверх бить, мне уже весьма неудобно. У меня так себе получается, весьма так неуклюженько. Это, конечно, желательно, если прям что-то более сложное проходить более-менее, это, конечно, очень важно было бы тоже освоить. Но пока, в принципе, и так нормально. У меня все-таки какая-то, как бы не какая-то игра, на которой я специализируюсь, у меня в принципе таких нет. У меня это просто одна из рядовых игр, которую я хоть и обожаю, но типа прохожу ее просто так на уровне, на котором, которого достаточно для того, чтобы пройти игру целиком. Вот и все. С запасом, скажем так, даже. Да ты серьезно? Слушайте, эта атака была самая безобидная, и сейчас она самая противная, одна из самых противных, потому что от нее никак не задоришься, если оказался не там, где надо. Только пике. А его не соображаешь вовремя, потому что как-то привыкла весь бой особо без него обходиться, не уклоняться при помощи него. Как меняется впечатление, это так, да, бывает иногда. До этого от межфазы еще как-то так странно увернулся очень. Не делая рывки непрерывные, да, а делая подпрыжки. Потому что вот замечал иногда, что подпрыжки такие дополнительные, они могут помочь избежать горизонтальных шаров внизу. Но бывает иногда, что они наоборот мешают, потому что можно наткнуться на шарик чуть выше. А, кстати говоря, от этой атаки можно вообще сбоку уклоняться, типа если находишь, она там не достает, в принципе. А если она не достает, значит это момент похиляться. Ха-ха. Любопытненько, надо попробовать, если получится. Нет, ну блин, как по-тупому. Что-то как-то они рассинхронизировались. Сейчас было не 4, там не 3-1, а 1-2-1 вообще. В итоге я потерялся, что делать, надо что-то как доджить. До этого были такие тычки, типа предпоследнюю тычку я отхватил опять от этих долбанных шипов. Вот, обидно, блин, было. Почти победил. Сик додж просто, или как это называется там. Решил полечиться, и вот получился такой додж красивый, да, зато ни хрена не полечился.
По красоте его добил. На самом деле я его добил почти сразу же, как только... Вы не в смысле. Почти сразу, как снял наушники и убрал микрофон подальше. Потому что мне, блин, с ним он мне кусок обзора загораживает, как бы. Не слишком сильно, как бы, я все равно вижу весь экран. Но все равно мешает немножечко. И с наушниками мне почему-то комфортнее, когда я без них. Не знаю, мне так удобнее играется. Я чувствовал уже, что я вот тоже так близко уже к прохождению. На самом деле занял он дольше времени, чем я ожидал. Я думал, что я вообще там за полчаса его побью быстренько и все, и пойду спать. Тут немного для меня подтянулось. По сложности могу сказать, что ну, он проще, чем Зимер, даже с учетом того, что он X2 маски бьет, но вот мне прям понравился по балансу сложности. На самом деле, не будь у него такой жесткой межфазы, я бы вынес его раза в два быстрее, как минимум, мне кажется, потому что, ну, она очень много хп снимала, она далеко не одну попытку меня запорола, по сути, в итоге, и выбивала меня, и снимала просто почти все хп, что я оставался на одну тычку. Если что, соответственно, ребят, я его проходил, как мне, с повышенным хп, соответственно, я не знаю, что есть остальное. Без понятия. Но, короче говоря, да. Я не знаю, какие еще есть, ребят, такого рода боссы. Есть ли такой чистый сосуд, например, какой-нибудь прикольный. Но если он такой забаланшен, нормально. Потому что есть босс Any Radiance. И там, типа... Я молчу про 3.0 уже. Я видел, что там типа, три версии этого босса есть, если я правильно понимаю. 3.0 я вообще не вижу. Честно, я вот четко понимаю свои возможности. Я понимаю, что я могу многое пройти, что захочу. И большинство из... Ну, плюс-минус любые игры из обычных каких-то, да, не модовых каких-то диких совершенно. Без каких-то серьезных проблем. Но там я не вижу, как я это прохожу. Даже за, не знаю, там, за десяток часов попыток я не представляю, чтобы я 3.0 ее прошел. Даже 2.0 мне тоже уже я не особо вижу это. 1.0 я не помню, как оно выглядит. Потому что я 2 и 3.0 я посмотрел полностью когда-то давно. Недавно? Перед Pale-Core там еще. Я не знаю, как я бы их проходил. Поэтому я их не планирую, в принципе. То есть я не вижу, как, чтобы я это прошел. Чувствую, что не хватит меня, скорее всего. Я не специализируюсь на Hollow Knight. Для меня это просто одна из игрушек, которую я играю, собственно. А если что-нибудь еще такое, вот как грим, например, по сложности сопоставимое, я не знаю, честно говоря. Я вот ФК-шел какое-то время и так далее еще, но в целом мне понравился мод такой. Интересный босс в целом, честно, ощущается и прикольно играется. Если прошли, ребят, Pale-Core, собственно, вместе с мистической Зимер, можете пройти его, он, в принципе, как по мне, попроще, даже с учетом того, что он бьет по два сердца с каждой атаки. Как-то так, ребят. Надеюсь, что понравилось. Может быть, иногда будут такие доп-видосики выходить, может быть, нет, не знаю. Мне вот очень хотелось грима как минимум пройти точно. Вот как раз таки и гештальт закрыт, в общем-то. На этом, ребят, у нас все. Пишите, если касаемо мода, как он вам, как этот босс. Мне очень нравится статика этого босса, его саундтрек, его, знаете, такая некая тематичность, потому что он неким Дракулой является, с одной стороны, с другой стороны у него появление, как у Саурона вообще, да, то есть отсылка на Саурона является на Властелин колец. Ну, чисто потому, что у него прям такой же кадр появления был в Хоббите, если не ошибаюсь, причем. Обожаю этого босса, обожаю этого персонажа, в принципе. Подписывайтесь, ребят, на канал, я буду очень рад, оставляйте комментарии, ставьте видео, тоже будет очень приятно. Вступайте в сервис, сходите, типа, общаться на канал, в Телеграме, чтобы не потерять ничего. Но я желаю всем еще вступать в мою группу ВК, да, в которой бывают всякие инсайдики не только. И в том числе заранее наверняка я там серии об этом моде, собственно, написал, немножечко интригу навел. Подписывайтесь, ребят, на канал, буду очень рад, оставляйте комментарии, ставьте видео, тоже будет очень приятно. Все это, по-моему, я уже сказал. Всех, ребят, кусь-кусь, всем желаю хорошего настроения, такого же дня. Всем удачи, до новых встреч. Всем, ребят, кусь-кусь еще раз и всем пока. Все, совсем уже заболтался у меня. Час ночи просто уже. Так что прошу простить.